Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Национальный чемпионат по боксу стартовал в Самаре. За медали и путевки на ближайшую бразильскую Олимпиаду сражались 9 федеральных округов. Хозяева соревнований на правах организатора выставили свою сборную команду – 14 человек. Лидеры – победитель этапа Кубка мира новокуйбышевец Василий Веткин и бронзовый призер чемпионата России Сухроб Сидиков. Многие ребята первый раз выступают на таких крупных соревнованиях. Если вот это они пройдут, не упадут ни духом и физически не сломаются, морально не сломается. Я думаю, что ребята будут боксировать у нас еще лучше. Михаил Пекарский впервые готов попробовать свои силы на ринге чемпионата страны. В прошлом году на Поволжье был третьим, сейчас первый. А начинал свою спортивную карьеру мастер спорта на улице, в Безенчуке. Поединки один на один и стенка на стенку. И только в 14 лет Михаил решил свой талант показать искушенной публике. Буду до последнего драться. Такой только настрой у меня. Потому что для меня это очень важно. Звезды отечественного бокса были как на ринге, так и на трибунах. Поддержать спортсменов приехала легенда спорта, профессионал, чемпион мира Николай Валуев. Впереди у нас Олимпийский год, Рио-де-Жанейро. И традиционно наши боксеры завоевывают все вот последние годы золотые медали, серебряные. Ну, то есть медали высшего достоинства, которые они приносят в копилку российской сборной. Да все мы хотим, чтобы так случилось и на Олимпиаде в Рио. Посмотреть на бои чемпионата страны по боксу можно бесплатно всю неделю в МТЛ-арене. Финалы состоятся в воскресенье. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.